Приветствую тебя, мой зритель. Меня зовут Анастасия Ильенко, из Украины, Киев. Я художник-декоратор. Оформляю стены, поверхности, выкладываю панно из микрогранита и камней. Также я рисую картины телом. Это мое второе произведение, и вдохновила меня лаванда. Я использовала лаванду и части своего тела, и прядь волос для того, чтобы создать этот уникальный, неповторимый шедевр. И цель заключалась в том, чтобы показать вам, как я вижу границу лавандового поля, что за ее пределами, вне границы. И вот эта абстракция показывает вам мое видение, мое представление вот того измерения, где находится вне лавандового поля. Инструментом для написания этой картины и является неповторимым, уникальным, потому что эти все детали больше никто не повторит, только я. Да даже я, если я очень сильно захочу, больше так не получится. Это импульсивное действие, это порыв, это передача эмоций. Если я стану победителем конкурса, я запущу проект для деток по арт-терапии, которая поможет им передавать свои эмоции, свои чувства на холсты, на поверхности разные, на которых мы будем рисовать, и направлять свое состояние в лучшее, потому что сейчас очень необходима реабилитация для всех деток, которые переехали, были вынуждены переехать, у которых есть психологическая травма, связанная с военными действиями в Украине. Это факт. У меня у самой двое деток, и я знаю, что это такое. Поэтому я хочу помочь другим деткам восстановиться и вырастить психологически здоровых, зрелых личностей, которые могут быть собой и творить, создавать. Поэтому прошу вашей поддержки. Благодарю вас. Thank you.